Всем привет! Любителям секонд-хенда, их ярым противникам, шопоголикам и их сочувствующим. Этот ролик для вас, друзья. В Киломаксе сегодня второй день. Цена за килограмм, по-моему, 33,50. И мне очень хочется пошопиться. Вам показать, померить. Возможно, что-то куплю. Вчера я была в другом Киломаксе, не в который сейчас мы с вами идем. И вставлю кусочек. Мне очень интересно ваше мнение по поводу блузочки белой с губками. Мне она очень понравилась, но, к сожалению, по-моему, на мой взгляд, даже если ее носить расстегнутой на белую майку, это меня не спасет. И жду ваше мнение по поводу одной и второй блузки. Очень люблю это время, как раз таки вот такое. Не очень рано, уже 10 утра, и еще мало людей, особенно в центре города. Но в старом городе уже, смотрите как. Там уже гуляют туристы. Хотя, в принципе, что им делать? Только гулять. Они же для этого и приехали. Ну вот, друзья, посмотрите. Мне очень понравился. Мягенький, шея закрыта. Вот такой рукавчик. И цвет очень хороший. Но цвет на самом деле мой. Что вы скажете про этот жилет? Как он внутри выглядит, смотрите. Сзади, посмотрите, вязаная у этого жилета. Вязаная спинка. И он такой мягенький, такой прям приятный. Посмотрите. Еще один нашла свитерочек, джемпер, как это называется. Рукав, правда, очень длинный. Но зато длина хороша. Цвет очень красивый, такой нежно-голубой. По качеству 100% акрил. И вот так выглядит спинка. И с этим жилетом посмотрите, как хорошо. Очень уютно на самом деле. Тепленько и уютно. И с джинсами тоже хорошо. С кедами. И с этим джемпером, посмотрите, черный жилет. Брала еще молочного цвета жилет, но он по размеру мне совершенно не подошел, поэтому даже показывать вам не стала. Вот, посмотрите. Качество у жилета, посмотрите, какое. Я не знаю, что такое лайное. 65, извините. Ланы. Ну, модель простая. Выглядит вот так. Цвет, мне кажется. Цвет не мой, по-моему. Платье, кстати, посмотрите. 65 катона, 35 полистера. И вот он сзади, видите, такое еще интересное. А ткань у него, вот по виду, как
как стопроцентная ластам. Поблескивает чуть-чуть. Бытует мнение, что бархат прибавляет возраста. А на мой взгляд, мне очень хорошо бархат. Этот цвет. Что вы скажете? По-моему, очень красиво. Ну, конечно же, у вас будет свое мнение на этот счет. Смотрите. И посмотрите, как оно сзади, по спинке. И в отделе, можно сказать, дизайнерских вещей, там, где бренды, нашла вот такую Бетти Баркла, если я правильно говорю. Вот такой кардиган. По качеству, сейчас посмотрим. Ну, фокусируйся, фокус. 100% полиэстер. Ну, какая-то очень интересная. Внизу, видите, у нее такое очень интересное сделано. Что вы скажете по поводу этой блузочки? Леопардовый принт, друзья. Меня проперло на леопард. Ну, такой очень неброский. С черными брючками. Выглядит, по-моему, достаточно просто. Ну и вот одела этот дизайнерский кардиган на эту блузочку. Ну, достаточно прозрачный, потому что он очень тоненький. Посмотрите. А что, если представить мое черное платье из последних покупок, черные брючки, и вот этот сверху кардиган? Что скажете вы, друзья? И очередная полосатая рубашка. Абсолютно простая, но она мне маловато и коротковата. Кстати, вставлю вам кусочек. Я снимала неделю, наверное, назад, в этом секонде. Да, цена за килограмм была 18 евро. Мне очень хотелось показать, какая одежда есть для корпулентных дам. Такое. Или вот такой блузон, например. Или вот такое платье. По-моему, 18 или 20 размер. Вот такое тоже. То ли 18, то ли 16. Или вот такое. Посмотрите. О, какое красивое. Посмотрите, друзья. По-моему, 18. Или вот такое. Посмотрите. Очень, кстати, красивая расцветка. Оно на подкладочке. Вот такая фирма. Размер 48-50, по-моему. И еще вот такое покажу вам. Мне, кстати, понравилась расцветка. Тоже, наверное, где-то 18 размер. Это все большие размеры, я вам показываю. Или вот такое, смотрите. Кстати, очень неплохое, классическое. Показываю вам, чтобы вы имели представление, какие у нас варианты больших размеров. Вот такое платьишко. 22 размер я посмотрела. Веселенькое. Очень такое для классической дамы. Очень даже интересное. А это вообще 20-й, друзья, размер. Очень стильная, посмотрите. Вставки кожаные. И 20-й размер. Комбинезон, друзья, 18-й размер. Тоже хотела вам показать. Немножечко отошла. И комбинезон вот тоже, посмотрите. Брюки-килоты широкие. Блузочки. Ну, типа блузонов. И, кстати, друзья, даже 26-й размер нашла. И платье такое, знаете, очень... Его можно было бы очень интересно обыграть. Смотрите.
Такое прозрачное, там подкладочка. Ну, а блузка, к сожалению, мне мало. И, друзья, хочу вам показать еще одно платье джинсовое. Мне оно маленькое. То есть плечо хорошо, здесь узко, но мне очень нравится длина. Смотрите, какая классная длина. Мне нравится воротничок. И скажите мне, пожалуйста, что мне можно с ним сделать? Возможно, обрезать здесь. Расшить. Просто разрезать. Что же мне все-таки с ним сделать? Я его куплю. Но жду ваших предложений. Что можно с ним сделать, друзья? Или ничего не сделать, а выставить его в продажу. И, друзья, хочу вам показать кос. Вот такой. Даже не знаю, что это, джемпер. Надену, покажу красивый ворот. На мой взгляд, не очень подходит. Цвет хороший. С этим цветом можно еще много что миксовать. С черными брючками. Или вот так. Так мне нравится больше. И он, кстати, друзья, сегодня он висит в эксклюзиве. Это значит, что сегодня второй день, как я уже говорила. Эксклюзив 57 евро с копейками за килограмм. И цена ему сейчас, я взвесила перед тем, как вам показать, 24 евро. Но это же кос, друзья. И еще, друзья, хочу вам показать вот такую штучку. Мне очень понравилось. Коротковато. Хоть с черными брючками, конечно, и неплохо. Но мне очень понравилась расцветка. Здесь что-то вот такое бледно-бледно-розовое и серый цвет. Как вам такой вариант? Тоже хорошо, правда? И вот еще... Надо мне одеть все-таки с джинсами. Вижу. 100% полиэстер. Но посмотрите, как он сзади, интересно, это блузончик. Вот так, спинка вот здесь. Тоже вырез. И вот сзади так. Ну, если только вот эту часть... Нет, не получается здесь ее расшить. Ну, что вы скажете, друзья, по поводу с джинсами? Тут, на мой взгляд, даже под этот жилет, наверное, так, будет и маечка вискоза. Какая-нибудь маечка хорошая. На мой взгляд, с джинсами тоже. Нет, с брюками, конечно, лучше. Но с джинсами тоже неплохо. Надо только что-то вот сюда придумать. Ну что, друзья, я, знаете, так очень радовалась, что я выйду без покупки, потому что сегодня, как оказалось, в этом магазине Навальный 40 евро первый день, не 35, сегодня 38 евро, а эксклюзив 57 евро. Итак, та-дам! Я покупкой очень довольна. Ну и, конечно же, чтобы соблюсти интригу. Свои покупки я буду показывать вам потом. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Немножечко я сегодня совместила 3 дня, которые я снимала. Надеюсь, вам понравится. Мне так точно очень понравилось. Очень и очень позитивно. Пока-пока.